И вот что еще хотел сказать. Сейчас начался учебный год. Все должны, наверное, сидеть дома, учить уроки, а вечером только играть. Это было испокон веков, и так и должно быть. Но смотрите, если вы будете целыми днями играть, то может с вами случиться вот такое. Просто ваши родители могут сделать с вашей приставкой вот так. Смотрите бонус-клуб. Наш телефон 22 49 28.